Я бы так на вечеринку мою девочку отправила. Да. Хайлайтер? Какой хайлайтер? Ну, в последнее время нет. Мне достаточно натурального сияния кожи, если честно. Мне нужно правильного ее увлажнить для того, чтобы она сияла изнутри. Вот даже сейчас мы не использовали хайлайтер, но такое гармоничное сияние изнутри. Вот это мне нравится сейчас больше, чем иногда сухие хайлайтеры я беру в руки. Но я все-таки рекомендую больше сейчас уделять внимание уходу. Елена, скажите, готовы ли вы вам помочь? Я думаю, да, мы готовы вам помочь за замечательную работу. Спасибо вам огромное за то, что все ясно, коротко, доходчиво, максимально ярко. Ну и мы вас попросим самое главное действие. Сделайте сессию, да, с замечательной Еленой Лисенковой. И кто, у кого есть какие-то вопросы,